Приветствую каждого. Короткий ролик о том, как выставить токены Decentraland на продажу. На моей страничке ВК есть статья «Инструкция по продаже токенов со своего маркета». Я ее взяла из официального источника, из чата Telegram, но прикрепила на свою страничку. Здесь можно найти всю информацию. Как по покупке, так и по продаже. Но роликов по покупке на YouTube много, поэтому сделаем с вами сегодня ролик по продаже. Сама еще не делала, будем делать вместе. Так, самые главные вопросы, которые у нас возникают. Как выставить настройки приватности на свой лендинг? Нужно ли указывать не только цену продажи, но и покупки? Мы с вами разберем, ну и на какие кнопочки нужно нажимать. Самый главный вопрос, который всех интересует, я сегодня задала в чате поддержки Decentraland. Вот он, приветствую. При выставлении на продажу токенов стартапов на своем маркете обязательно ли указывать цену покупки? Если я не хочу покупать, что ставить? Спасибо. Мне отвечает саппорт. Цену покупки обязательно прочитайте пособие по маркету в закрепе. Вот тот самый пособие по маркету в закрепе у меня как раз на страничке я и разместила. На всякий случай я еще ниже уточнила. Следующий вопрос. Если я не хочу покупать, а не самостоятельно, без моего участия не купится, я же должна буду подтвердить намерение. Еще раз напомню, я хочу продать, а не купить. И выставив цену покупки, не произойдет ли она автоматом? Не купится, отвечает нам саппорт. Итак, действие первое. В своем кабинете нам необходимо нажать кнопку «Настройки». Нам обязательно нужно прописать свои кошельки Ethereum с поддержкой 20, да, и биткоин кошелек. Они у вас должны быть. Не буду показывать, дабы свои не засвечивать. Далее нам нужно нажать «Безопасность». И мы с вами попадаем вот сюда. «Приватность». Значит, здесь мы настраиваем, что будет видеть на нашем лендинг-пейдже, в нашем магазине, в нашем маркете человек, который придет ну, по нашей рекламе, да, либо же его направит сама платформа. Беленький квадратик означает, что вы согласны скрыть. То есть, например, скрываем имя. Да? Мы не хотим, чтобы знали, кто продает. Вы можете скрыть дату рождения, вы можете скрыть фотографию. То есть, любые настройки вы вставляете. Главное, помните, что белый квадратик – это ну, галочка, да, в обычном понимании. Если вы не хотите, чтобы токены светились, соответственно, тоже их можете скрыть. Выставили настройки приватности. Далее. Нажимаем «Аккаунт». Попадаем к себе на страничку, видим свои токены и следуем инструкции из ВКонтакте. Для выставления цены мы следуем вот этому скриншоту и нажимаем, выбираем «Edit Price», да, «Редактировать цену». Делаем это в кабинете. Вот токены Rain. ТД продавать не буду и вам не рекомендую. Это как раз те токены компании, которые будут строить государство на острове, да? Застраивать, скажем так, остров. Цена покупки. Какую мы выставляем цену покупки? Кстати, есть вот такая группа, друзья, ВКонтакте. Оставлю под этим видео ссылочку, где размещены средние цены продажи покупки. Видите, РНТД висится вот в таком режиме, поэтому, конечно, не рекомендую вам продавать. То есть мы его получили по доллару, здесь уже 13.57. Ну, как бы это не маяк, да, на который нужно ориентироваться. Но таких групп много в интернете, поэтому посмотрите, подумайте. Средняя цена. Так, возвращаемся. Цена покупки. Ну, нужно перевести клавиатуру в английский регистр, чтобы сработала точечка 0, сколько? 0,1. Цена продажи, предположим, 0,9. И нажимаем «Установить цену».
Ну, видимо, что-то произошло. Да, вот смотрите. Цена покупки, цена продажи. Вот она такая. Давайте сделаем то же самое с токенами вот этого стартапа. Кстати, про каждый, про них, друзья, рекомендую прочитать, чтобы было понимание, откуда ноги растут, скажем так. Это можно сделать и непосредственно здесь, пройдя по ссылочкам, ознакомившись, да, и в газете, про которую я уже неоднократно рассказывала, будет тоже ссылочка на газету под этим видео. Давайте теперь посмотрим, как мой маркет смотрится со стороны. Поднимаемся к фотографии. Вот здесь рядом с фотографией линк. Это как раз адрес на ваш маркет. Мы его копируем и идем в другой браузер. Вот открылся у нас мой маркет в Опере, в другой браузере. Скрыла я имя, фамилию, ну, ради интереса. Да? Фотография осталась, город остался у нас. И вот посмотрите, продажа моих токенов стоит по 0,9. Так, а количество штук не указано, да? Значит, где-то нам нужно еще количество штук прописать. Или, скорее всего, их не нужно при продаже указывать. А наверняка они спишутся все сразу. Сейчас уточним. Да, количество при продаже мы указывать не можем. Соответственно, только количество покупки может выставлять покупатель. Вот. Если я выставила на продажу, значит, все вот эти токены и будут у нас задействованы в продаже. Перейдем в Оперу, посмотрим. Ну, почему-то здесь не указывается. Если кто-то знает, напишите в комментариях, пожалуйста, под этим видео, друзья. Ну, собственно, вот мы оформили с вами токены. Теперь мы берем ссылку на наш маркет, на наш лендинг и постим ее в социальных сетях. Мы ее рекламируем для того, чтобы как можно больше покупателей пришло. И тот покупатель, которого устроит наша продажная цена, по этой продажной цене он и купит наши токены, да. Напомню, что вот одну из ссылочек на такую штуку я вам оставлю, но если в поисковике забить токены до Центуриона, будет очень большое количество групп, друзья, я вас уверяю. Конечно же, еще в Telegram можно продавать, мы можем забивать в поиске, можем забить в поиске с вами до Центурион, и у нас очень много выйдет групп по купле-продаже токенов. Так, про газету я вам обещала еще сказать. Это для меня газета, которая создана гражданами Децентуриона, для меня является энциклопедией, справочным бюро, то есть очень много полезной информации здесь есть, поэтому ссылочку тоже оставлю под этим видео, подписывайтесь, посмотрите новости страны, и вебинар есть здесь, последний, который выходит, есть видеоканал и так далее. Если было полезно, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, делитесь информацией. Мне тоже интересно знать, что знаете вы, чего я не досказала, возможно, в этом ролике. Будет приятно, если мы будем меняться, обмениваться с вами информацией, друзья. Все, спасибо, с вами Ольга Овчинникова. Хорошего всем профита!